Блять! Что ты разлёгся тут? Блять, мяу! Как выебу, сука! Да ну не надо! Не понял? Блять, я тут шо? Я мой телефон! Блять, кто тут? Сука, блять, ёбаный свет, нихуя не вижу! Ничего, сейчас, блять, телефон нащупаю. А, блять, сука, это кто это делает, блять? Ой. Ну тварь, сука! Мяу! Хуяу! Не поняла, что тут происходит? Мама, тут профилактические работы, выходи отсюда! А ну, блядь, отошел от котика, долбоёб! Слышишь, сынок, свет, походу, выключили? Нет! О, да! Нет! Да! Котик, я же тебя очень сильно люблю! Да сука ты, тыгдык, блядь, ебаный, заебал бегать! Дай поспать, гандон! Ну, сука, блядь, кот ебаный! Мяу! Успокоился, я сказал! Ну, сука. Мяу. Мяу! Мяу! Заткнися! Мяу! Ну тварь, сука. Что ты хочешь, дверь, блядь, тебе открыть? Мяу! Давай, блядь, иди нахуй отсюда! Спасибо, котик. Та не за что, ебашь ты его? Не понял, а как будто сейчас ответил. Бу! Извините, я, наверное, сбегаю, посру. Ребята, в ВК появилась группа, в которой бот раздает халявные девайсы и гаджеты, такие как iPhone, PlayStation 4, часы Apple Watch и кучу других ништяков. Получить приз довольно просто. Заходи в группу ВК Crazy Box, подписывайся и пиши боту промокод. Тебе будет выдан код, копируй его, активируй у них на сайте по ссылке ниже и получай бесплатный приз. Лично мне выпал браслет Xiaomi за 2500 рублей. Уж такой халявы я точно нигде не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо продавай его на сайте и на эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайся, и возможно ты сможешь выиграть даже новенький iPhone. Ссылку на группу я оставлю в описании. Папа, здоровенький булы, как там членистоногий? Стоит как камыш? Я не понял, ты что вообще спрашиваешь? Ну что непонятного, камыш рифмуется со словом мышь. Ты конченый? Ну у нас в доме мыши завелись. Это ты про себя, что ли? Кто у бати сигареты пиздит? Да ну при чем тут я? Я про настоящих мышей бегаю, да всю морду мне с утра засрали. И что ты предлагаешь? А я не предлагаю, я действую. Я кота привел. Мяу. Ну шо, папа, как тебе? Кверху каком, чтоб сегодня же этого комка лобковых волос у нас не было. Пожалуйста, ну можно мы его оставим? Блох или шай можешь себе оставить, а коту чтоб новый дом нашел. Ну хорошо, найду я ему новый дом. Ты бухаешь? Если вопрос, то нет, а если предложение, то да. Ну держи тогда стакашку. Я со своим. Такой хороший кот. Ну шо, хозяин, за нас. Охуенный кот. А что тут происходит, папа? Шо, ты хату нашел? Ну конечно нашел. Ну да на... Иди мяухуй отсюда! А куда, блядь, жопу намылил? Все, мама, тихо, я сейчас на свидание иду. Лох, тебе ж все равно никто не даст. Так, где тут зеркальце? Что это за хуйня? Сам хуйня, блядь, а я прыщ. Ты охуел-то, блядь, что ли выскакивать в такой день? Что ты орешь, блядь, а когда мне вылазить? Когда, блядь, когда я хотя бы потрахаюсь, потому что с тобой мне вообще ничего не светит. Тебе и без меня, блядь, ничего не светит. Ничего, брат, сейчас я тебя, сука, выдавлю. Подумай, не надо. Ну что, там намарафетился? Да, мама, намарафетился. Здравствуйте. Так и сдохну, девственником. Мне! Не понял, что ты орешь? Мне! Блядь, иди нахуй отсюда. Мне! Я охуел, блядь, что ли, на последний кусочек размяукался он. Мне! Сука, блядь, ну хорошо, на! Ах ты, тварь, блядь, я убью тебя! А ну, стоя! Мама, не понял, что случилось? С очка полилась, куда нахуй на котика бежишь? Да твоя вот эта шляпа усатая, блядь, спиздила мою еду! Сука, тебе что, дрянь, жалко, блядь, иди себе другое сделай! Из чего, блядь, из-за меня я последний кусок мяса забрал? Ты как перед мамой, нахуй, выражаешься?
А, блядь, мама, там ну за шо? Режим терминатора активирован. А что это значит? Остановись-то, бэйби. I'll be back. Если корова дает молоко, то кто мне тогда дал въебало? Один. Два. А что это такое? Как это что? Это деньги на машину, блядь, 10 лет копил. Да ну нахуй, это можно понюхать. Понюхай это. Завтра за машинкой. Доброе утро, мои. Алло, Галечка, бред пизду, я сейчас подойду. Где мои деньги? Старичок, деньги не делают человека счастливым. Счастливым его делает семья. Ох, блядь, старичок, ты шо ёбнутый? Где деньги, сука? Какие ещё деньги? Которые на машину копил. Подожди, кто-то звонит. Алло? Хуй им полбу не дало! Ебать, старичок, ну что ты делаешь? Где моё бабло? А я не поняла, что тут происходит. Мама, то он меня пиздит, ебать, ни за шо. Тебя всегда есть за шо пиздить. Ах ты тварь, блядь, на сыночку родного руку, сука! Мама, а можно я тоже? Шо? Прошу вас ебашить, сударь. Папашка, а ты куда? Как это куда? На рыбалку! О, возьми меня с собой! Пошел нахуй! Да ну, папа, ну пожалуйста! Ну ладно, поехали! Старичок, а можно порулить? Писюном, ебать, порулишь! Нахуй ты начинаешь, ебать, тебе что жалко? Ты хоть ездить умеешь? Конечно, умею! Ну тогда ладно! Ебать, да ты что, слышишь, старичок, а сфоткай на Ауву! Нахуй Ауву, блядь, давай поехали! А как ехать? Ты ж, блядь, сказал, что умеешь! Да, конечно, умею, я в кино это 100 раз видел! Давай, блядь, сцепление нажало на первую! Ага, ебать, понял! Нормально едь, блядь, лыбится он. Да, блядь, да ну за что, папа, блядь, успокойся. Блядь, я сейчас как успокоюсь, все внимание на дорогу. Блядь, папа, выходи из машины. Это что я сделал? Подписал себе смертный приговор. А нормальными словами. Бросил сцепление на ходу. Ну шо, сынок, как рыбалочка? Охуенно. Шо, словили? А шо, не видно, блядь, леща словили. Уф. Заебись. Ура, баба, ты что, купила сладости, сейчас буду ебашить? Кого, блядь, сначала суп иди хуярь. Какой еще нахуй суп? Что значит какой, блядь? Охуенный, нахуй мама 2 часа у плиты стояла. Хорошо, без меня не хуярь. Да понятное дело. Мама, все, сладости давай. Что значит сладости давай? Сначала иди гречку кушай. Да ну какая нахуй гречка? Что значит какая? Охуенная, как и суп! Да ты её хоть сварила! Да сам, блядь, сваришь, заебал! Сухой погрызу! Мне вообще похуй! Фух, мама, поел! Давай сюда конфеты! Теперь за здоровье нужно это все молочком пойти запить! Да ну какое молоко! Что значит какое? Коровье? Фух. Ну шо, сынок, конфетку? Да пошла ты нахуй со своими конфетками! Шо? Сука! За мной не занимать, гандоны! Занято! Конченый, да это я! А, братанчик, это ты заходи тогда? О, хуясь, а что ты тут делаешь? Космос, блядь, улетаю! Сука, тварь, ты что, глину там месишь? Блядь, братанчик, нахуй ты пришел? Как это нахуй, снимать срущего долбоеба в школе? Да, блядь, ты что, ёбнутый? Убери камеру, долбоеб, блядь, а не снимай! Все, пойду, ебать, всему классу скину! Ну, блядь, ну не скидывай никому! Да иди нахуй! Да ну пиздец, блядь! О, привет, я Димасик. Не понял. Очки Гуччи, 40 тысяч рублей. Футболочка от Баленсиага, 25 тысяч рублей. Трусы. А сколько стоит твой шмот, нищеброд? Я тебя сейчас ебало разобью. Да, кому ты разобьешь, у меня шматья на 100 тысяч. Блять, ёбнутый. А, блять, сейчас жопа сдетонирует. Батю похитателя, что вы тут делаете? Мусоров, ты, блять, что ли тут что занято? Ну, занято, конечно. Блять, Мусоров, выручай, сделай на дошке вот так. Ну, хорошо. Мам! Пап! Заебись. Ну шо, дружочек, ебать. Поехали. Где нахуй отсюда? Блять, ёбнутый! Шо? Мяу. Не понимаю по-кошачьи, сука. Ну, сука. Всё, мама дома. Не поняла. Шо, сынок, пока мама не была, писю нагонял?
Че, баба, ну ты что, с ума сошла? Пойдем на секундочку. Ну пойдем. Вот это что такое? Да баба, ну это галимый пиздеж! То есть ты думаешь, что Марин котик будет наебывать? Ну сука, тварь пушистая, что ты наебываешь? Блин, че, похуево, что ты не умеешь разговаривать? Мяу. А что это я вижу? Алло, Галечка, представляешь, мой сын дрочит. Что там, блядь, за тварь звонит? Нормально, ебать. Ты ж, братанчик, я мой батак скворечник прописал, нахуй, что все голуби поусирали. Так а ты что там, пососал, ебать, и что? Ебоял, ебать! А я перезвоню, ебать, дружище. Сука, ты чё, ебать? Чё, ебать? Молочка, ебать, за здоровье. Э, сынок! Да ты что там такое, блядь? Что случилось? Слышишь, родной, телевизор сделай погромче. Мама, ты что на приколе? Пульт у тебя в руках, сама сделай. А, ну тогда иди нахуй отсюда. Ох уж эти мамы. Ой. Ну всё, дядечка, пиздец тебе. Да маминого котика, блядь, руку. Что там, проснулся, сука? Привет, самая лучшая мама в мире. Я не поняла, блядь, что случилось, нахуй? Да мама, тебе ничего не случилось, а с чего ты взяла? Тогда схуяли, блядь, я стала лучшая, нахуй, резко, блядь. Ты слышишь, мам, я тут кое-что спросить хотел. Это что у тебя в руке, блядь, такое там? Это котенок? Да ну, блядь, газуй нахуй на улицу, блядь, где взял, там и положи на место. Папа, ну давай оставим ее. Ага, блядь, а потом она пообсирает всю хуй, кто убирать, блядь, будет. Все говно я буду сам убирать, ебать, мочу, вообще буду трубочкой всасывать. Любимый, ты видел, что твой сын притащил? Я уже сплю с одной волосатой киской, думаю, ко второй привыкну. Ну, блядь, иди нахуй тогда отсюда. Да ты в магазин за бритвой. Мама, ну папа уже не против. Уверен, что ты будешь за ней все убирать, блядь, кормить, нахуй жопу подбивать? Да, конечно, уверен, тетя когда-нибудь обманывал. Как ты хочешь тогда назвать ее? Сосисочка? Ну, кошку мы оставим, а сосать сейчас сам, блядь, будешь. Пацаны, бать, спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Опасный Блюд, целую, всем пока.